Но мы всегда с открытыми окнами репетируем, потому что летом очень жарко, и мы проводим здесь достаточно много времени, раньше проводили. Сейчас, конечно, мы будем тоже очень много. Мало места тут. И поэтому открываем окна, и в итоге наша песнопение раздается, я думаю, до Нахимовского проспекта. Куда она придет. Единственное, что она здесь, она видит Ранеты. Я бы просто, если бы я видела Rolling Stones, мне кажется, я бы просто... Что бы я сделала? Я знаю, что бы я сделала. Штаны сразу майку. Я больше на Ранеты. Начнем. Как тебя зовут? Юля. 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 Юлечка. Привет. Она его не знает, кстати. По-моему, нужно похлопать, да? Конечно. У меня Женя. По-моему, Женя сейчас идет. Давай споем. Эти мужчины. Вот это твой микрофон. Хорошо. Наслаждайся. Давайте пробуем вместе. Наслаждайся. Юлечка, Юлечка, помоги. Наслаждайся. Изначально нас назвали группой «Однодневка», однако, можно считать, уже почти 5-й год вместе. Никто в эту историю не верил, вообще никто. То есть приходили люди, смотрели, типа, ну да, так весело, мы еще играли, там тяп-ляп. Будем прикольно, ну что, поиграйте, потом перестанете играть. Изначально название было «Клипсы», мы решили, что мы называемся «Клипсами». А потом мы залезли в интернет, нажали «Клипсы», и нам вроде как выпала какая-то девочка. И решили назвать это так, чтобы было понятно, что это девочка, то есть пудра. Много было вариаций, в какой-то момент просто сидели, уже пили чай и просто моторили, название «Птиц» мы что-то выдумали. И потом у самого же Сережи проскочило название «Ранетки». И прям в момент мы даже думать не стали. На следующий же день он принес заготовки песни «Мы ранетки». И прям за 2 дня все это решилось, даже думать ничего не стали. И да, все, «Ранетки». Я хочу это лети-лети ставить. Знаешь, там идет тан-тан-тан-та-дан-та-дан-та-дан-та-ру. Слышала? Ну, в общем, так идет. Это, ну, ставь. Ну, я пыталась, я просто боялась, что у меня палка вылетит или еще что-нибудь. Я же обычно, знаешь, если что-то новое придумываю, то мне надо это 500 раз порепетировать. Да? Чтобы, а бывает, на концерте вставляю первый раз. Знаешь, если какой-то рисунок в голову пришел, я
и давай играть. Было такое много раз. А еще на есть... палочки крутит, сидит такая... Да ладно. Такая, ну, пару раз я там рисунок поставила. Такая. Мне это автоматически, извините. Ты услышал какую-то мелодию в маршрутке. Ты едешь в машине, и ты слышишь какую-то известную мелодию или еще какой-то хит. И я буквально уже начинаю обращать внимание не на саму музыку, а на ритм барабанов, там всякие переходы. И когда ты сидишь на сцене перед барабанами, то ты начинаешь вспоминать какие-то переходы, которые ты запомнил, и начинаешь это изображать на барабанах, пытаться вставить какие-то свои песни. Аня, нравится тебе этот переход? Да.